чем увлекаются современные дети. Когда бабушка бросает палку внуку, и тот за ней радостно бежит, повиливая хвостом, вот, или выгуливает на поводке, конечно, это шокирует окружающих. Где грань между игрой и девиантным поведением? Мальчик берет палку, садится на нее, скачет и говорит, что это моя лошадка. И сама условность в игре дает возможность маленькому ребенку открывать какие-то стороны жизни, потому что мир сопротивляется меньше, чем без этой условности. Как увлечение субкультурами влияет на психическое здоровье растущего организма? У некоторых людей, не у всех, но у некоторых, кто идентифицировал себя с этими мифологическими персонажами, там появлялись серьезные проблемы не интеллектуального, не эмоционального, а социального характера. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 5 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Сергей Березин.